Друзья, всем привет! Я приветствую вас с выставки «Город Кропоткин». Ярмарка сегодня у нас. Улица Речная, 6. Пойдемте посмотрим попугаев. Амадин, разных красивых птиц. Затем сделаем еще одну часть. Посмотрим курочек, кроликов, нутрий, индюков, уток. Это будет в третьей части, я надеюсь. Приятного всем просмотра. Погода у нас сегодня зимняя, но снега нет, дождь идет. Скажите, какую цену неразлучники? Неразлучники. Зеленый 800, желтый 900. Молодежь, красавцы. А почему у вас такие неразлучники? Полтора. Полтора. Так, что тут еще есть красивое? Амадины красивые. Здесь под пленкой плохо видно. А тут как, это как порода правильно называется? Сейчас точно скажу. Вот эта амадина какая? Это бриллиантовая. Бриллиантовая амадина. В какую цену? 2. 2000. Так, здесь неразлучники. Перчи, кокарики. По 2, по 2500. Все, спасибо, идем дальше. Вот смотрите, гориллы молодые. Как раз у кого надо приручать, малышня сидит. Вот они, красавицы. Расцветки разные. Цена 2500, 2700, в зависимости от окраса. Скажите, почем такой пенантовый розелла? 8 рублей. 8. А амадины в какую цену у вас? 350. Красивый, 350. Все, спасибо. Почем попугай? Какие? Вот эти. Кокарики. 2000. 2000. А рубиновая розелла в какую 6. Цену? 6. Рубиновые розеллы, пенанты. Попробуем сейчас посмотреть тут аккуратно. Вон они, красавицы, рубиновые. А здесь у нас пенанты, да? По 10 тысяч. Спасибо большое, пойдем дальше. Наберу. Что-то я подписан на него. Лебеди, лебеди. Лебедя, молодые. Пошли клин создавать, смотрите, красота. Сейчас из-за деревьев выйдут. Красота, да? Да. Вот такая красота у нас. Друзья, вот певчие красивые. В какую цену ваши певчие? 3,5. 3,5. Это самцы. А самки также или одинаковая цена? Одинаковая цена. В общем, 3,5. Это вот именно красные, рубиновые. Вон, видите, самочка прям красивая. Все, спасибо вам. Скажите, а карелы в какую цену? 2000. Карелы 2500. Шахалков нету. Один говорит 6, другой 2500. 6. Все, понял. Огурцы по... В описании можете найти и посмотреть. А рыжие это не добрые. Почем такие котята? Рыжие не считают, что в добрые руки, да? За 50 берите. Выбирай. Подожди, они же каждый будут покупать. А, каждый? Берите. Да. Все, кошечек приобрели. Пошли в самые добрые руки, как говорится. Почем ваши собачки, нет? Отворачивается. И почем такие собачки? Почем такие собачки? Это китайские хохлаты. Китайские хохлаты. Почем они? 7, прошу, девочка и мальчик. 7, девочка и мальчик. Почем, прошу? 7. А тут у нас спят. Не видно. Пасмурно, плохо видно. А ваши почем? Джек Рассел. Какую цену? Две девочки и мальчик. Мальчик две? 13%. А ходи, можно номер телефона сказать, может кто позвонит? Можно, конечно, дать мне. Скажите, пожалуйста. 8-900. Нужно, Валя. Хороший, хороший. С наступающим, пес. Ну, как, какую цену такая собачка? 5. А кролики почем? Почем они?
За 500 рублей. 500 рублей? Да. К Новому году как раз. Вот такие курочки 900 рублей фаверольки. Друзья, кролики. Хозяин отошел. Хорошие красавцы. Ушастики. Декоративные петушки, цена 300 рублей, пожалуйста. Хозяин отошел, но видите, ценник оставил. Вот такая красота. А почем такие куры у вас? Почем? Ты сказал, по две бойцовские. Друзья, индоуточки. Белые, разные. Хозяина нету. Так все в наличии имеется. А почем такие куры? Петухи в какую цену? По тысяче. Так, это что, индюк? Индюки в какую цену? 2000. Индюшки. В какую цену внутри? 2000. Серебро. Там он белые есть, черные. Пожалуйста. Рому, блин. Куры, петухи, снова куры, курица с петухом, хозяина нету, идем. Ребят, почем ваши куры такие черные? По тысяче. А? Да, тоже хороший. А у вас птица почем? По-разному. По-разному? По-разному. Друзья, птица разные, цены разные. От 500 и вперед. От 500 и вперед. Все, спасибо. Друзья, вот такие вот индоутки. Вот такие, 1500 цена. Пожалуйста, кому надо, приезжайте. Рублей. Регулярно вас смотрим. Красавец. Друзья, вот белочки. В какую цену белки? 5. Белки по 5. Кролики почем? А это морские свинки, да? Да. В какую цену? Морская свинка кое. Почем она? 3000. И декоративный кролик. Все, спасибо. Так, а тут у нас, кто это у нас? Скажите, кто это у вас? Коричневый ушастый самец. Коричневый ушастый, это фазан, да? Да. В какую цену? 15 тысяч. 15 тысяч голова, да? Да. Так, а там кто? Это алмазная самка. Алмазная самка. Сколько стоит? Самка почему алмазная? Отдельно нету, пара 5 тысяч. Пара 5 тысяч. Вот самец висит посередине. Это они порованные, да, уже? Ну, они, да, сажающие пара. Вверху трапан тиминка. Это тиминка? Тиминка, да. Какую цену? Этот самец 10 тысяч. Самец 10 тысяч, да? Вверху калифорнийский перепел. Калифорнийский самец. Перепел. 500. А уточка? Тоже 500. Тоже 500. Все, спасибо. Ворота.